Добрый день. Мы находимся возле театра юного зрителя. Вот это красивое здание, это театр. И мы заходим внутрь, потому что сегодня у нас репетиция одного мероприятия. Завтра у нас будет флешмоб на главной улице Кыргызстана. Это площадь Алато. Завтра мы там будем танцевать, петь. Вот. И сейчас у нас репетиция. Пойдем на второй этаж, посмотрим. В этом театре сейчас находится только мы, никого кроме нас тут нет, его открыли специально для нас. В руках у меня сценарий, и сейчас мы отрабатываем все действия. По сценарию следующая остановка у нас, проверка танца. Мы должны посмотреть, как наши люди научились танцевать до завтрашнего мероприятия. Пойдемте. Тут очень много людей. Одеваем маски. Сзади меня проходит репетиция танца, шланца. Выглядит круто, выглядит. День подготовки продолжается. Мы сейчас уже поменяли. Сейчас. Танец будет проводиться. Происходить где-то. День репетиции продолжается. Мы сейчас уже находимся на площади Алато. Тут очень красиво. Погода просто нереальная. Надеемся, завтра погода будет еще лучше, потому что настоящий флешмоб пройдет уже завтра. Сегодня у нас подготовка. И знаете, никогда не участвовал в подготовке флешмоба. Оказывается, тут очень много деталей. Надо прийти сюда, подготовиться заранее, чтобы завтра или когда у вас флешмоб будет, было все как на флешмобе, да? Вы смотрели флешмоб и вот. А так, подготовка очень интересная. Встретили очень много крутых ребят. Музыкальный ансамбль «Акак», потом другой ансамбль, танцевальный ансамбль «Дильгиру» называется. И они очень крутые, они с позитивом относятся к этой идее. Все хотят участвовать в том, чтобы улучшить имидж Кыргызстана. Всем рахмат, ребята. Мы очень сильно вас любим.
видели этот красивый флаг. Он просто замечательный. Закончили репетицию. Парни, ребята, девчонки постарались. Всем огромное спасибо. Завтра. А, давайте я сниму маску. А, увидимся завтра. У нас завтра будет флешмоб. Это очень классное мероприятие. Ребят, в скором времени мы поделимся с вами репортажем из села Карасу, где уже подошел к концу. Достал. Джейн видео, он говорит, потурвай. Подписка, лайк, басклопой, лай. Ракет клотат. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и ваши, Curly Friends.